Всем привет! Добро пожаловать в новое видео. И как можете видеть, теперь я могу не только сидеть и лежать, что я делала последний месяц, а даже ходить и приседать, и ходить практически не прихрамывая. Но гипс мне сняли на минуточку только в понедельник. И ходить, немножечко прихрамывая, я начала в этот вторник. А сегодня у нас четверг. Я могу приседать, я могу спокойно ходить. Вы у меня спросите, как это так? Как так быстро можно восстановиться? Конечно, благодаря рекомендациям врачей, которые я очень строго выполняла, то есть целый месяц абсолютно нельзя было наступать на ногу. Нога в гипсе — это просто какой-то ад кромешный. Как я передвигалась по комнатам? Я просто брала стул, клала вот эту вот ногу, сломанную в гипсе, на стул, двигала стул и вот так вот перемещалась. Но понимаете, когда вот такие жизненные обстоятельства, страдает не только организм, но и все наше тело, все наши мышцы, я не знаю. Я так боялась, что меня вот так куда-нибудь в какую-нибудь сторону перекосит благодаря нераспределенной нагрузке, потому что вся нагрузка-то приходилась у меня на правую ногу, которой я пользовалась, которая у меня изрядно подкачалась, а вот левая, ну, действительно, за месяц атрофировалась. Вместе с ней и атрофировались другие части тела, и руки, и плечи, и шея. Первое время все ужасно болело, Организм привыкал, организм пытался адаптироваться, но так как я девочка не маленькая, организм-то нагрузку не выдерживал. Ну и что, конечно же, да, я выполняла все рекомендации врачей, еще раз повторюсь, абсолютно не наступала на ногу, мучилась, перевязывала ее этими лентами, чтобы понадежнее зафиксировать гипс, питалась правильно, кальций, фосфор, магний, как в пище, так и с витаминными добавками. Но и к тому же вот один небольшой классный прибор, который помог мне в кратчайшие сроки, в супер-мега-кратчайшие сроки прийти в идеальную форму физическую, насколько это возможно в моем возрасте. Итак, давайте передвинемся поближе, и я вам буду все-все показывать. Сейчас настроим камеру. Итак, я расположилась. Вот, чтобы вы видели мои ножки все, они без гипса, могу сидеть как хочу, хоть так, хоть сяк. Хотя надо заметить, что врачи мне прогнозировали, что ходить без костылей, которыми я-то в основном не пользовалась, я ходила с помощью стула, я смогу только через 2 недели после снятия гипса. Но не тут-то было. Вот этот классный гаджет пришел мне на помощь. Что это такое? Я думаю, что с этой фирмой вы все уже давно знакомы. У меня несколько изделий от этого бренда. Это Дайкман. И это массажный матрас, который, по моему опыту и практике, действительно идеален для поддержания оптимальной физической формы тела. Даже в моей ситуации, мои хорошие. Ну что, давайте вам покажу, как и что, как им пользоваться. Коробочку я пока не выбрасывала, чтобы вам показать. Ну что, поставляется вот в такой вот коробочке. Мне очень нравится, что у бренда Дайкман большая гарантия, целых 2 года. И оформить доставку можно без предоплаты. Вот такая коробочка, все показываю вам. И давайте смотреть содержимое этой замечательной коробки. Матрас просто великолепный. Он, благодаря своей инновационной технологии, кстати, имеющий еще и интеллектуальный компьютер, помогает избавиться от скованности, напряжения, болей во всем теле. И шее, и плечах, и спине, и пояснице, и голенях, и так далее, и тому подобное. Невероятно классно улучшает кровоснабжение, снабжает наши мышцы кислородом. Тут огромное количество режимов массажа. Давайте откроем, и я вам покажу, что тут есть в коробочке. Ну, во-первых, что я вам хочу показать, это интеллектуальный компьютер. Показываю вам в такой форме, как это поставляется. Интеллектуальный компьютер. Вот такой вот. Он похож на небольшой смартфончик. AB-канал, 24 программы, 20 уровней интенсивности. TENS плюс EMS стимуляция. Давайте поближе вам покажу, чтобы вы посмотрели. И сейчас вы увидите, как вот это вот выглядит. Да, выглядит этот компьютер как небольшой смартфон. Все очень классно и удобно. Также в комплект входит, конечно же, зарядное устройство. Ну и сам матрас.
вот так вот проще его получается достать. На самом деле матрас очень компактный, не занимает очень много места, но при этом это необходимое. При этом это, наверное, одна из самых необходимых вещей для дома. Так, ну давай, закрою тебя коробочка. Все закрыла. Кстати, можно хранить матрас как в шкафу, так и в коробке. Ставим эту красоту сюда, на задний план. Ну и смотрим сам матрас. Очень мягкая на ощупь поверхность. И мало того, забегая вперед, хочу сказать, что здесь матрас, его подушка с эффектом памяти. Невероятно, такое велюровое, бархатистое полотно. Кстати, его можно снимать и стирать. Тут у нас что? Второй год гарантии бесплатно предоставляет бренд Deichmann с немецким качеством. Ну и, конечно же, инструкция по эксплуатации. Ну и, конечно же, со всеми техническими характеристиками и более подробным описанием вы можете ознакомиться на сайте Deichmann. Я вам, естественно, оставлю ссылочку. Посмотрите, пройдете. Я думаю, что вас эта штука должна 100% заинтересовать. Потому что при работе на компьютере долгой, ну или в такой ситуации, как у меня, либо просто после длительного рабочего дня, нет ничего лучше, чем насладиться высококачественным массажем. Вы меня спросите, что по стоимости этого гаджета. Там есть три матраса на выбор. И совсем бюджетные, и подороже. Я выбрала модель U55, которая самая дорогая. Прикинув то, что если я в своей ситуации со сломанной ногой и после снятия гипса буду вызывать на дом массажиста, потому что приезжать в массажный кабинет мне пока не представляется возможности, то, я думаю, курс массажа в 10 сеансов обойдется дороже, чем стоимость этого замечательного матраса. И попробовав его в деле, я действительно поняла, что не ошиблась и даже много-много сэкономила. Потому что к массажисту мы приходим к заданному времени, нам нужно как-то готовиться, одеваться, накраситься, да, потратить изрядную сумму денег. Вызывать массажиста на дом не всегда удобно, поскольку, ну, тоже, опять же, нужно прибраться, нужно накраситься, ждать, когда чужой человек к тебе придет, будет делать массаж определенное время. А тут ни во времени, ни в чем мы не ограничены. Почувствовали, что у нас какое-то напряжение в теле, пришли с работы, никого не надо вызывать, никому не нужно ехать, расстелили этот замечательный матрас и все, наслаждаемся. Так, тут у нас еще что? А, ну тут, конечно же, гарантийный талон. Все достала, чтобы вам показать, как это выглядит. Посмотрите, какой он мягкий, какой он легкий. Он весит, наверное, ну, килограмм, может быть, полтора. Невероятно приятный на ощупь. Ну что, давайте расстелим. Вот так вот выглядит матрас в расстеленном виде. Кстати, его можно использовать не только на кровати, но и на диване, и, например, на кресле. Берем блок питания. Питается матрас от напряжения 220 вольт. Один конец втыкаем сюда. Второй втыкаем в нашу розетку. Так, и вуаля, все готово. А, кстати, помимо интеллектуального компьютера, также здесь есть пульт управления, вот такой вот, по типу пульта телевизора, где тоже указаны все режимы и так далее и тому подобное. То есть пользоваться как вам удобнее. Ну что, кнопочка off-on, включаем. Матрас начинает функционировать. Можно выбрать любой режим, который вам в данный момент нужен. Так, вот, посмотрите, массаж шеи шатсу, шейного отдела и головы. Кстати, матрас обладает классной функцией подогрева. Массаж спины, массаж бедер и массаж ног. Можно использовать все эти варианты как в совокупности, так и по отдельности. Просто движением одной кнопочки. Массажный матрас активирует мышцы и подвижность тела благодаря современному воздействию на наши суставы. Ох, у меня сколько тут проводов, конечно же. Но вот смотрите, даже с таким огромным количеством проводов я справляюсь. И, конечно же, мне непривычно снимать в таком ракурсе. Ну вот вы можете видеть, ножки мои действуют, ножки мои стоят. Ну вот так вот ложимся на это невероятно удобное покрытие матраса.
Берем пульт. Кстати, можно еще взять и телефончик, чтобы посмотреть что-нибудь интересное, пока идет курс массажа. Кстати, тут 24 режима массажа. Только выбирай, какой вам хочется. Хотите расслабить голени, хотите расслабить поясницу, либо спину, либо сделать массаж отцу профессиональный. Подушка с четырьмя роликами с эффектом памяти имитирует работу массажиста, в том числе массажа шатсу и шейного отдела. Так, во. О, ну это просто какой-то кайф. Микрофон у меня на месте, да? Да еще массаж микротоками. Вы не можете даже себе представить, как это классно, как это расслабляет, как это стимулирует и заряжает все мышцы. Сразу чувствуется, что прям кровообращение, расслабление. Просто вау. Вставать не хочется с этого матраса. Прорабатываются мягко различные зоны всего тела. Либо той области, которую вы самостоятельно выберете. Ой, просто вау. Кстати, 24 программы этого матраса с микротоками обеспечивают пролонгированное ощущение релаксации. То есть мы длительно чувствуем себя расслабленно. Мы на длительное время ощущаем чувство облегчения и релаксации. Ну это просто кайф. Даже не хочется говорить с вами. О, различные точки, различные зоны обрабатываются. Не мудрено, что я буквально встала с этих костылей, мне сняли гипс, и я побежала. Интеллектуальный компьютер матраса дает точно проработать проблемные зоны, снимая с них напряжение и застой в глубоких слоях наших мышц, улучшая кровоснабжение и обеспечивая все наши мышцы кислородом. Вау, это просто релакс какой-то. И этот матрас подходит для массажа всего тела. Можно использовать как все режимы, так и режимы по отдельности. Максимальная нагрузка на этот матрас 180 килограмм. Я не представляю человека такого веса. Но, в общем, знаю много людей, которые весят более 100 килограмм. Материал этого замечательного матраса – плюшевая полиэфирная ткань и набивка матраса с эффектом памяти. При желании вы можете включить подогрев. У матраса есть 4 уровня подогрева, 3 уровня интенсивности и целых 10 вибромоторов. Вы только представляете? И 5 режимов массажа. Выбирайте, какой вам угодно. Ой, как у меня сейчас шея расслабляется. Это действительно эффект, как будто профессиональный массажист разминает шею, плечи и все суставы, все мышцы одновременно моего тела. Это просто непередаваемое ощущение. Мне бы не болтать с вами, а лежать. Но я могу это делать в любое время. У меня никто не отнимет этот матрас. В любое время, когда мне только захочется релакса, ощутить приятные ощущения, расслабления. В общем, вы можете видеть, что матрас осуществляет комбинированный массаж зоны шеи и тела. Это очень и очень удобно. И еще этот матрас совмещает EMS-массаж с массажем через микротоки. И тут у меня закончилась память на телефоне, поэтому пришлось прерваться и почистить ненужное. И, в общем, я снова с вами. Итак, как вы могли видеть, матрас замечательный, но я еще не все про него рассказала, потому что остался, такой еще последний немаловажный пункт. К тому же, что еще этот матрас совмещает вибромассаж с EMS-массажем через микротоки, что очень полезно для тонуса мышц и кровообращения всего нашего тела. Итак, вы смогли посмотреть, какое классное у меня приобретение, которое помогло мне буквально за считанные дни после сложного перелома встать на ноги и снова ходить. Хотя врачи в это не верили, еще раз повторю, что прогнозировали, что смогу я ходить без костылей, самостоятельно, без излишней опоры, только через 2-3 недели. Что очень, конечно, прискорбно, но случилось задом наперед, совсем наоборот, благодаря современным технологиям, современным гаджетам, которые приходят нам в помощь. Поэтому смотрим интернет, гуглим, любим себя и покупаем для себя любимый и для всей своей семьи
только самое качественное и самое нужное, как вот этот вот замечательный матрас, да и вообще вся продукция бренда Deichmann. Я уже сказала, что много чего от этой марки у меня есть, ведь тут действительно истинное немецкое качество. Итак, результат на моем примере вы видите, так сказать, налицо. А на этом я завершаю это видео. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока, всех целую. И до скорых новых встреч. Конечно же, еще увидимся. И надеюсь, что я кому-то помогла в сходной, либо похожей ситуации, либо у вас также, может быть, болит спина за долгой работой перед компьютером. У меня, кстати, тоже такое было, когда я работала в офисе. Но тогда я посещала массажиста и потратила изрядное количество денег, когда могла сэкономить, просто приобретя подобный матрас. Просто когда я работала 10 лет назад, таких инновационных, эффективных гаджетов для дома, компактных и удобных и совсем недорогих еще просто не было. А сейчас мы пользуемся всеми дарами прогресса. Пока-пока. Всех целую.